Wahrnehmung mit sehr viel Ressourcen, ja, die Süße der Hotschuhe war schon so gut. Ну что ж, я прямо сейчас приглашаю всех на подготовиться к пресс-конференции, пройти по... РКПРУ уже с 90-го года очень активно работает на восточных рынках, потому что часть нашего концерна – это бывшие заводы ДДР, которые имеют долгую традицию сотрудничества с Востоком. Und wir sind schon 1998 nach Weißrussland gekommen, weil wir Weißrussland für einen besonders wichtigen strategischen Markt in Osteuropa halten. И мы начали свою работу здесь, в Беларуси, уже в 98 году, поскольку мы тогда уже оценивали рынок Беларуси как очень важный и особенно в Восточной Европе важным стратегическим рынком для нашей компании. Unterstützt. Вот самое главное преимущество, которое мы за все годы работы здесь это чувствовали, это что на самом деле здесь встретили очень доброжелательных инвесторов, чувствовали с первого дня, что хотят здесь инвесторов, и за все время была великолепная поддержка со стороны администрации зоны. Продукцион для Бернадем-Фабунд-системы. Здесь в свое время была построена одна из первых фабрик по дисперсионным краскам в Восточной Европе в нашей компании. И вот сейчас мы делаем следующий шаг и открываем новый завод по сукрюсимсиям. Einer der erfolgreichsten, und deswegen ist für uns dieser Tag ganz besonders. Конечно, Беларусь может быть не самая большая страна в Восточной Европе, не самый объемный рынок в Восточной Европе, но все-таки, если оценивать его по нашим цифрам, по нашему обороту, то Беларусь для нас является очень важной страной, и поэтому, собственно говоря, мы и сегодня ответились. И вот я вижу, что мои коллеги здесь есть, проектировщики, я думаю, что это тоже подтолкнет их к тому, что сегодня в наших проектах будут именно новые технологические решения. И решения те, которые из того товара, той продукции, которая делается у нас в Бресте. Безусловно.